Чебоксарские травматологи провели очередной мастер-класс для коллег из ведущих ортопедических клиник России. Сейчас наши врачи совершенствуют свое мастерство по протезированию коленного сустава. Во всем мире растет количество подобных операций, и наши ортопеды не отстают от современных тенденций. Уровень хирургических вмешательств в Чебоксарском центре оценил ведущий ученый из Австрии Зигфрид Хоффман. Почему его практический опыт считают одним из самых совершенных, расскажет Татьяна Иванова. Колени с возрастом начинают напоминать о себе одними из первых. В течение жизни именно на них приходится самая большая нагрузка. Скованность, боли, хруст в суставах значительно снижают качество жизни. Поэтому во всем мире операция по замене коленных суставов сейчас считается золотым стандартом в ортопедии. Доктор Зигфрид Хоффман – большой спец как раз по коленям. В его австрийской клинике в Штольц-Альпе подобные операции поставлены на поток. Там маленькая, да, такая горная практически деревушка, там где есть спа-курорт и лыжные курорты, куда любят путешествовать для катания на сноубордах, на горных лыжах. Значит, в том числе и русские путешественники, туристы, спортсмены. И там располагается небольшая клиника, которая является таким обучающим центром по хирургии, в частности, коленного сустава. В год примерно производится в этой клинике около 300 первичных протезирований коленного сустава. Российским же врачам чаще приходится сталкиваться с уже запущенными случаями повреждений коленных суставов. Пациентами наших травматологов становятся в основном люди преклонного возраста с многолетними артрозами и артритами. Я очень рад и признателен за эту возможность второй раз приехать в прекрасный город Чебоксары. Чебоксарский центр является одним из ведущих центров России по ортопедии и по выполнению такого рода операций. В этом году мы запланировали курс, который посвящен сложным первичным случаям. Это те пациенты, которые приходят достаточно поздно, не вовремя, это уже осложненные варианты, и поэтому мы подробно разбираем клинические примеры, обсуждаем, как лучше, как быстрее, как более эффективнее это сделать. И сегодня уважаемый профессор Карпухин провел блестящую показательную операцию, и я рад, что я был свидетелем этого. Мы обсудили этот клинический случай и многое вынесли из него. А профессор Хоффман, в свою очередь, поделился своими секретами, посоветовав молодым коллегам не гнаться за количеством операций, а оттачивать мастерство, взяв за основу индивидуальный подход каждому пациенту. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести, Чебоксары.